Ништяк. Всем привет, на связи Никита, и сегодня мы рассказываем про многофункциональную кнопку от Filio. Эта кнопка является вторичным контроллером Z-Wave. Переводя на русский язык, что это означает? Это означает, что эта кнопка может управлять всеми другими Z-Wave устройствами в одной и той же сети. По сути, если мы настроим кнопку на управление розеткой или диммером, то произойдет следующее. Круто! А еще можно отключить свет во всей квартире по нажатию на одну кнопку. А еще у устройства есть таймер отключения. А еще он крепится на любую магнитную поверхность. А еще ему не нужны никакие батарейки, он заряжается от микро-USB. А еще он круто переливается всеми цветами. Итак, давайте настроим его в Home Center 2. Как это делается? Мы берем это устройство, ставим его в вертикальное положение, опускаем нашу рисочку вниз и жмем 3 раза на кнопку. Ништяк. В Home-центре он не может управляться, но устройству это и не надо. Для настройки можно воспользоваться ассоциациями или же магическими сценами. В данном примере мы управляем диммером Фибара. На этом наш кратенький обзор все. Спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь.